В пятницу, 12 января, Мозырский филиал Гомельского училища Олимпийского резерва проводил свою традиционную торжественную церемонию, посвященную чествованию лучших спортсменов на сей раз 2023 года «Олимпийский бал». Церемония началась просмотром фильма о филиале, и приятно было видеть в зале героев и героинь этой картины, настоящих спортивных звезд: Елену Ноздреву, Алину Свита, Веронику Леонюк, Елизавету Вилькову, Владимира Владимировича Шантаровича. Как и положено, торжественный вечер начал заведующий филиалом Александр Владимирович Серков, который напомнил присутствующим о достижениях за 25 лет честной работы на благо отечественного спорта. После слова взял заслуженный тренер Республики Беларусь Владимир Владимирович Шантарович, которому была уготована и почетная миссия вручения удостоверений мастеров спорта Кире Домнич, Полине Сухаренко, Илье Филимонову, Виталию Щербину, Ивану Булыге. Трогательна была речь декана факультета физической культуры Мозырского университета Сергея Михайловича Блоцкого, в свое время одного из лучших легкоатлетов мира. Символично, что он чемпион Советского Союза, мастер спорта международного класса, вручал удостоверение кандидатов в мастера спорта, учащимся Мозырского филиала. И словно эстафету корифей бега передавал подрастающему поколению. Как всегда, заслуженного внимания удостоились тренеры и, по традиции, артистический конкурс, где просто поразили воспитанники отделения легкоатлетики, подготовив номер, который украсил бы собой любой концерт. Все отделения – легкой и тяжелой атлетики, велосипедного спорта, гребли на байдарках, каноэ, которое было разделено на виды, академической гребли – представили свои номера. Старшие тренеры рассказали об успехах за прошедший год. Ну а после того, как на сцену вышли ведущие наставники и они получили свои заслуженные награды, председатель артистического жюри Елена Петровна Ноздрева, одна из лучших представительниц белорусского каноэ за всю ее историю, объявила итоги конкурса и заслуженно главный приз получил отделение легкой атлетики своим неподражаемым номером «Мы вместе». Отметим, что все команды получили в подарок вкусный приз «Каравай» и аплодисменты зрительного зала. Ну а что до спортивного признания, то лучшими атлетами филиала за 2023 год стали Игнатий Павлюковец, Владислав Сакович, Павел Валуйко, Петр Требушевский, Илья Филимонов и Дмитрий Серебро. Среди спортсменок особого признания удостоились Мария Гайдук и Ольга Велимович, Парина Конрад и тезка Сухаренко, Кира Домнич, Лидия Шапорова, Анна Бубнович, Мария Шершнева. Что говорить, олимпийский бал удался, как и все, что делает Мозырский филиал Гомельского училища Олимпийского резерва. Один из лучших белорусских центров подготовки молодых спортсменов, которые обладают, как выясняется, еще и настоящим артистическим даром. Конечно, мероприятие очень понравилось, потому что это всегда вручение каких-то званий, достижение рекордов. Ну, а идея поставить именно такой номер, спеть эту песню, родилась у нас вместе с нашим завучем Оксаной Владимировной. Мы вообще изначально думали петь другую песню, однако решили, что это будет смотреться более выигрышно. Проявить свои лучшие качества тоже надо уметь. И приятно, что девочки не ограничиваются спортом, стараясь быть настоящими всесторонне развитыми леди. Конечно, так и есть. В своем городе я ходила на два кружка. Это танцы и вокал. И сейчас продолжаю этим заниматься. Просто уже перешла больше, уделяю внимание спорту. Саша приехала в Мозырь из Жлобина, а наша следующая собеседница из Могилевской области когда-то совершила вояж в столицу Полесья, чтобы стать со временем трехкратной чемпионкой. То не нужно забывать своих истоков, своих корней, так скажем. И так как я не забываю свою семью, место, где я родилась, так и училище – это мой дом, который дал мне большое будущее, так скажем, перед вообще тем, что сейчас у меня есть. Поэтому большое спасибо и всегда, конечно, по возможности мы будем приходить. Настоящим героем 2023 года стал тяжелоатлет Игнатий Павлюковец, завоевавший в Мексике на молодежном чемпионате мира звание вице-чемпиона. Я действительно гордость чувствую, так как выехать сейчас на чемпионат мира – это довольно-таки тяжело. Это надо получать много разрешений, ну, хоть под нейтральным флагом, но допускают. Также на мероприятии сегодня было очень приятно, что уделили внимание всем спортсменам. И действительно было приятно стоять на сцене и получать награды. Приятно, что мама Игнатия, Алина Николаевна, была здесь и, несомненно, испытывала гордость за своего сына, который уже оставил свой след в истории полесского спорта всей отечественной тяжелой атлетики. Я очень горжусь. Он шел к этой победе на чемпионате, поэтому
Очень горжусь своим сыном. Отличные спортсмены, прекрасные тренеры – вот они, слагаемые высокого результата, каким славится мозырский филиал Гомельского училища Олимпийского резерва. Конечно, если бы не нужен был, наверное, бы не было отделения велоспорта в этом училище. Конечно, мы стараемся с каждым годом быть лучше, когда-то получается, когда-то нет, но в большинстве случаев у нас все выходит очень хорошо. Надеюсь. Вот. Ребята стараются. Этот год у нас был самым лучшим. Если брать по смотр конкурса, у нас, наверное, максимальное количество очков в этом году. Это при том, при всем, что мы очки набрали за счет республиканских соревнований. Ну и, конечно, нельзя забывать о сотрудниках мозырского филиала Гомельского училища Олимпийского резерва. Администрация этого учреждения образования, ведь все здесь, начиная с заведующего Александра Владимировича Серкова, делают все возможное и невозможное, чтобы учащиеся совершенствовали спортивное мастерство, набирали знаний в школе, развивались как личности. И тот же олимпийский бал, венец сезона, признание заслуг, возможность пообщаться друг с другом в теплой, непринужденной и вместе с тем торжественной обстановке. Ну, в этом году у нас олимпийский бал – это юбилейный, он 25-й в своей истории, потому что мы подводили итоги юбилейного 25-го года. Но насколько важно спортсменам, я думаю, вы видели, все красивые, нарядные, все сменили свою обычную спортивную форму. Девочки на красивые платья, красивый макияж, парни в костюмах, в брюках, в рубашках. Они очень волнуются, очень готовятся. Номера художественной самодеятельности тоже делались не за один раз. Поэтому такие мероприятия дети ждут, они волнуются, они же год работали, они ждут результата, они ждут похвалы, они ждут поощрения своего труда. В завершении сюжета об олимпийском бале хочется выразить восторг мероприятиям и выразить надежду на новые свершения, покорение самых значительных спортивных высот этим неповторимым мозырским филиалом учреждения образования Гомельского училища Олимпийского резерва.